Зеркальная дата 22.02.2022 года. Магия шести двоек, что она несет и как подготовиться. Несмотря на то, что в феврале 2022 года не будет дополнительного дня, в этом месяце случится другое примечательное событие – энергетически сильная зеркальная дата. Зеркальные даты – редкое явление. В следующем году единственная из них наступит 22 февраля 2022 года. Она приходится на вторник. В нумерологии ноль не обладает никакой энергией, потому весь день будет преобладать сила цифры 2. Она символизирует точку равновесия, гармонии, симметрии, поэтому помогает обрести внутреннее спокойствие и комфорт. Цифру 2 считают символом любви, дипломатии, дружбы. В коде дня их зашкаливающее количество целых 6. Нумерологи говорят, что их энергия поможет людям, которые имеют мало сил и нуждаются в поддержке. Двойка символизирует гармонию, любовь, дружбу, дипломатию. В этот день полезно налаживать отношения, восстанавливать прерванные связи и, конечно же, проводить время с близкими. Также в дату 22 февраля 2022 года можно проводить ритуалы и загадывать желания, поскольку энергетика этого дня будет нести перемены и положительный вектор на будущее. В этот день возрастет вероятность жизненных перемен. Каждый человек станет ближе к реализации своей мечты или цели. Доверяйте своей интуиции, в этот день вас будут посещать нужные мысли и идеи. Судьба будет благоволить в решении вопросов, которые долгое время вас беспокоили. Одинокие люди смогут повстречать человека, который сыграет в их жизни особую роль, а карьеристы смогут исправить ошибку, которая мешала им совершить прорыв. Свадьба в зеркальную дату. Стоит ли жениться 22.02.2022 года? Многие влюбленные люди, которые собираются пожениться, пытаются выбрать для дня свадьбы особенную дату. Астрологи не советуют назначать церемонию бракосочетания на 22 февраля 2022 года. В первую очередь, это вторник, не самый благоприятный день для заключения таких союзов. В этот день планетой-покровителем является Марс, который рискует обречь семейные отношения на постоянные конфликты и ссоры. Во-вторых, в этот день Луна будет находиться в знаке Скорпиона. Свадьба в этот день подвергнет брак испытаниям ревностью. Чтобы избежать этого, астрологи рекомендуют быть максимально честным и искренним в отношениях со своим партнером. Кроме того, для обоих членов семьи, которая появится в этот день, очень важным будет рождение ребенка. Это не только принесет новую радость, но и поможет решить многие проблемы в отношениях между супругами. С другой стороны, 22 февраля, 22 лунный день, то есть еще две двойки в этом дне. С этой точки зрения день расположен для создания семьи, особенно между людьми, которые являются представителями творческих профессий и профессий, связанных с финансами. При подготовке праздника звезды рекомендуют обратить внимание на угощения, особенно на сладости. Ритуал избавления от обид в зеркальную дату 22.02.2022 года. Сегодня именно тот магический день, когда вы можете прожить все свои обиды, познать таинство прощения и навсегда их отпустить. Как это сделать? Запишите на листе бумаги все свои страхи, тревоги, непроговоренные обиды и боли. Возьмите металлическое или фарфоровое блюдо, на котором вы будете сжигать прописанные чувства. Подожгите листок со словами: «Свою обиду отпускаю, двери в новый мир открываю, в себя я верить обещаю». Когда он догорит, придайте пепел земле. Ваша жизнь начнет меняться к лучшему, ведь Вселенная будет способствовать вашему движению вперед. Необходимо лишь оставить в прошлом все, что тянуло вас назад к негативным эмоциям, токсическим людям или прожитым трагическим событиям. Поверьте в себя и мысленно обнимите маленького ребенка в себе, ведь он все еще надеется на чудеса. Подпишитесь на наш канал и включите уведомления, чтобы не пропустить новые ролики.